На своем поле на стадионе «Спартак» футбольный клуб «Анапа» принимал команду ГНС «Спартак». Краснодарские футболисты – соперники сильные, но шансов у них не было. Красивая и бескомпромиссная игра стала уже визитной карточкой анапчан. Матч завершился со счетом 6-0 в пользу анапских футболистов. Серия игр высшей лиги продолжается. 3 октября «Анапа» будет играть с футбольным клубом «Краснодар-3» в краевой столице. 10 октября на домашнем поле футболисты «Анапы» встретятся с командой «Кубань-3». В октябре все игры будут начинаться в 14:00.